Якутску выделили 141 миллион рублей на благоустройство. Столица республики попала в десятку городов России, кто получит денежные средства в рамках федерального проекта по созданию благоприятной городской среды. Подобное произошло впервые, отмечают в сообщении пресс-службы администрации Якутска. По словам главного архитектора столицы Ирины Алексеевой, впервые деньги выделяются именно на благоустройство. Причем не просто для ямочного ремонта, а именно для создания комфортной городской среды. В этом году город Якутск получил 141 миллион миллионов рублей. Столько же предусмотрено в муниципалитете. И порядка 300 миллионов рублей будет направлено на благоустройство города. Что туда включается? 1/3 этой суммы идет на общественные пространства, такие как скверы, бульвары. А 2/3 это на изменение и благоустройство дворовой территории. Туда включен минимальный перечень. Это освещение, благоустройство, асфальтирование тротуара, водоотведение, урны и скамейки. Ну и дополнительно, конечно, это игровые площадки, малые архитектурные формы, которые идут по различным статьям, либо это могут сделать жильцы сами.